Сотрудниц МЧС в преддверии 8 марта наградили в региональном управлении Министерства по чрезвычайным ситуациям. Спасатели, кинологи, диспетчеры, психологи, кадровые работники, бухгалтеры отметили многих, но комплименты от мужчин достались всем без исключения. Теплые слова и цветы стали не единственным знаком внимания в этот день. Лучшие сотрудницы получили очередные специальные звания, медали и грамоты. Так, звание подполковника получила заместитель начальника пресс-службы Анжелика Щербакова. Руководством был отмечен и отдел информации в целом. В общей сложности были награждены 18 представительниц прекрасной половины МЧС. Двум присвоены специальные звания, трем вручены нагрудные знаки МЧС России, остальные получили благодарственные письма. К слову, многим из этих дам придется нести службу в Международный женский день. Такова профессия спасателя.